Добрый день, зрители канала Пламя. Вот зрители канала Олега Михайловича. Я делаю помпийскую печку по его проекту. И на одном из видео у Олега Михайловича подписчик показывал свой станок для распиливания шамотного кирпича. Олег Михайлович попросил меня показать этот станок в общих чертах. Вот я хотел бы поделиться, может быть, кому-то это будет полезно. Станок очень простой, собран весь из дерева. Значит, основанием являются три, ну, деревяшка 10 на 10, вот здесь распиленная под углом и соединенная на шпильку, вот, укрепленная двумя продольными дощечками. Сам стол представляет из себя двухпозиционную такую столешницу. Для этого я покупал 60-сантиметровые направляющие серверные. Ну вот по опыту могу сказать, что довольно много, можно брать, в принципе, поменьше. 30-40 сантиметров, это вполне достаточно. Значит, стол двигается в двух плоскостях, вот так вот можно настраивать. И, соответственно, после настройки толщины реза стол блокируется вот такой вот штучкой с Алиэкспресса. И дальше уже можно его двигать вперед-назад, ну, соответственно, распиливать кирпич. Вот. Сама болгарка, здесь я ее пытаюсь защитить от пыли, надел на нее женский носочек. Вот, соответственно, закрепил болгарку с одной стороны, с верхней, вот такой железякой, вполне достаточно. Кнопку тоже зафиксировал, вот, ну, прикрыл 5-литровой банкой. Ну, тут, в общем, можете не прикрывать, там уже на ваше усмотрение. Вот здесь болт на 14, вот, крепится к этому отверстию. Вот, вот здесь вот, чтобы можно